трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Число дорожно-транспортных происшествий в Кировской области с января по сентябрь этого года по сравнению с тем же периодом 2014-го сократилось на 18 с небольшим процентов, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. В авариях погибли 136 человек, снижение на 14,5%. Пострадали 1523 человека, минус 17 с лишним процентов. Почти 6500 водителей были уличены в нетрезвом вождении. Еще 2225 граждан отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Трасса 101. Бензин экологического класса Евро-4 будет выпускаться в России до 1 июля 2016 года. Ранее планировалось, что полный переход на Евро-5 произойдет на полгода раньше, с 1 января. Правительство приняло такое решение ввиду того, что ряд производителей горючего не успевает провести модернизацию предприятий. Наиболее сложная ситуация у Роснефти и Сургутнефтегаза. Кроме того, скорый отказ от бензина Евро-4 мог бы привести к серьезному дефициту топлива. Компания Subaru обновила популярный кроссовер Forester. Машина получила светодиодную оптику иной формы, другие – решетку радиатора, передний бампер и задние фонари. Кроме того, японцы модернизировали подвеску, рулевое управление и вариатор, а также улучшили шумоизоляцию. В список оснащения модели вошли новые 17- и 18-дюймовые легкосплавные диски, системы контроля мертвых зон и помощи при перестроении. Когда стартуют продажи новинки в России, пока неизвестно. Существующую версию Forester у нас можно купить по цене от 1 миллиона 629 тысяч 900 рублей. Трасса 101. В Челябинской области наряд ДПС остановил автомобиль, какой не сообщается, за рулем которого находился 9-летний мальчик. Юный водитель заявил стражам порядка, что направляется на автозаправку с разрешения владельца машины, его деда. Последний позже рассказал, что транспортное средство внуку не доверял. Наказать малолетнего нарушителя невозможно, так как он не достиг возраста привлечения к административной ответственности, а вот его родителей запросто. Трасса 101. В Покровскую субботу, 10 октября, в Кирове закроют движение транспорта по улице Профсоюзной от Октябрьского проспекта до Карла Маркса. Запрет будет действовать с 7 утра до 3 часов дня. Он не касается автобусов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.